держу интригу. Привет всем, это Маркус Рива. Сегодня очень горячий, жаркий день. Мы снимаем клип на песню «Ты влюблена». Здесь в Киев, это не Джамайка, это Киев. Очень люблю придумывать идеи, когда вроде бы все видишь, но в то же время не понимаешь, как получится. У нас был всего лишь один световой день для того, чтобы снять достаточно сложное видео. Чувства не ищи. В ваши клетки входит мужской запах. Вы чувствуете кровь. Это надо делать чуть утрированнее, чем это было бы в жизни. И сегодня, конечно, у нас есть тоже главный хореограф Толик. Первая точка – это голова. Вторая точка – это плечо правое и левое. Третья точка – это грудь. Сложной, там, точной хореографии здесь нет. Здесь есть ощущения, здесь есть собственный какой-то поиск, который ребята по задаче смогли добавить от себя. Читаю я пустой упрек, желаний страх, чувства нищ. Мы хотели показать эйфорию любви, что такое влюблена, что такое вообще любить, что такое ощущать запах друг друга. Одноразово любви, чувства нищ. Что за вообще? Что вы тут натворили? Офигенно! Она начинает подниматься, я просто падаю. Мне очень больно стало, страшно, я даже думала раскричаться. Сам клип будет очень необычный для танцевальной музыки, да. Потому что такое ощущение чуть-чуть, когда было время хиппи. Мы окунулись в 70-е и процитировали фильм «Антониони за Брискли Пойнт», его финальную сцену, и попробовали как бы на ее основе создать целое видео. Вы наконец увидели цель. Мне нужна вот такая банда ваша красивая туда. Сегодня мы работали большим коллективом, 23 человека. Я благодарен всей своей команде, каждому человеку, который работал сегодня на площадке. Снимать самый страшный кадр, хочу страшно есть, но все должно быть хорошо. Я уверен, что клип будет очень красив и настоящим. Вы видели? Кто-то видел это? Ты цела? А ты цела?